еще раз повторите, зачем вы считал? Ты сделай так, что не пиши, я не плачу. А что я тут буду? У меня нету эх платы. Так это моя проблема или ваша? Что моя проблема? Это не твоя, не моя. Это жизнь. Это жизнь. За памперс считал, пишите. За памперс? Не, не за памперс. За чего? За что? Где написано по закону, что машина должна быть с бампером? Покажите, пожалуйста, такой закон. Вы кто? Я его друг. Мой не земляк. Стой ты молча, друг, земляк. Стой молча. Мы разговариваем с водителем. Ну, человек остановил его починить, типа ну, бампер нету в машине. Меня... Слышишь, команда, да. У меня нету платы. У меня дети голодные будут. Если ты согласишься, напиши, без разницы. Хочешь, вот домой, у меня трое детей. Я не могу их платить. Хочешь, не хочешь, у меня нету их. Хо, машина забирай, у меня нету. Я услышал, нету. Да. Забирать я ничего не буду. Не, вообще я говорю, ну, я по-человечески тебе сначала объясняю. Ты у меня их нету. Если был бы, напиши, плачу. Неправда. Так, как вас зовут? Азизжон. Азизжон, можно просто обращаться, да? Можно, да. Друзья, согласно статье 40, по-русски вам удобнее или по-украински? По-русски. По-русски. Согласно статье 40 закона Украины о национальной полиции ведется в виде фиксации наших с вами разговоров. Остановили вас по причине нарушения правил дорожного движения, а именно то, что у вас отсутствует задний бампер на транспортном средстве. Сейчас будет рассмотрено дело по части 1 статьи 121 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Во время рассмотрения дела имеете право пользоваться услугами адвоката, имеете право пользоваться услугами переводчика, если вам непонятный язык, на котором ведется рассмотрение дела. Также я имеете, непонятно. Также, мне... послушайте, также имеете право надавать пояснения, знакомиться с материалами дела,